Что можно? Что можно? Купить. Купить. На? На. 5 рублей. Рублей. Что можно купить на 5 рублей? Всем привет, мои хорошие. Так, блог у меня начинается уже с середины дня. Опля, потому что у меня сегодня выходной. И так как оно у меня сегодня дома, ай, горячо, я себе тут позволяю вообще ничего не делания. Ну, так скажем, ничего не делания. Я сегодня ни на спорт не пошла, точнее, не занималась велосипедом. Только готовила кушать, и все. А так, и то, кушать как можно быстрее что-нибудь такое, быстренькое. Ну, как всегда у меня. Быстро, но стараюсь, чтобы было полезно. Что у нас сегодня будет на обед? У нас на обед будет рис, кстати. Вот отварила рис. Обжарила со сметанкой вот такую вкуснотищу. Это лук-порей. Потушила. Рыбка вон там у меня готовится. И вторая вон еще на подходе. Здесь проще некуда. Филе рыбки белой. Полила соусом, не соусом, а лимонным соком. Полила маслицем сверху, всякие специи. И сейчас я отправляю в микроволновку. Вот микроволновку на 10 минут. У меня очень быстро это дело готовится. И опля, здесь у меня брюссельская капуста. Вообще хотела приготовить шпинат, но Арно поехал отвозить детей в школу утром. Заехал в магазин, а там не было шпината, но в далекий магазин не хотел ехать. Так что сказали, будем кушать сегодня брюссельскую капусту и рис. Таким вот образом. Ну а на ужин у меня тут намытая капуста. Вот такая вкуснотища. Это моя капуста кале. Кале или кале с моего огородика. Намыла кучу целую. Господи, всякие еще пеки. Вот, так что будет у меня на ужин сегодня пирог с капустой кале. Рецептик покажу, конечно же, обязательно. Вот. Жду моих зайцев. С их папа. По-моему, они уже приехали. С Арно. И будем обедать, и плюс после обеда Арно повезет Алису на гимнастику, а не я, потому что Николь прооперировали, и он заодно заедет к Николь в больницу проведать. А я повезу тоже Рафаэля на теннис. Вот, как всегда у нас, беготня, все нужно организовываться, придумываться, как, короче говоря, вот такая голова, как всегда. Все, продолжаю готовить, и встречаем моих зайцев. Пришел! Привет, звезда! Привет! Как дела? Хорошо! Привет! Ой, какие у тебя губки посохшие! Ай-яй-яй, надо тебе кремом мазать срочно! Али, заходим! Заходим, раздеваемся, руки моем и кушать! Такая вот аппетитная у нас тарелочка получилась. Брокколи, рыбка и рис. Детки уже слопали. Сметанкой они добавляют, любители сметанки. Всем приятного аппетита. Бегу. Показать же. Иди, подожди, звезда. Алис, иди покажись. Иди сюда. Каскадуэзва. Митрубуфуса. Красотка. Показывай твой велосипед. Ой, звезда. Али, аккуратненько давай на дороге. Ай, же супер, бьен. Ариуст, звезда. Ох ты, звезда. А я тут Аля. Поехали, мои велосипедисты. Тебя галерея комсано? Поехали, мои велосипедисты, забирать Рафаэля. Папа велосипед покатил. Докатит ли таким образом, а? Ой, что только не придумают для сына. Так, пока мои помчались за Рафаэльчиком, а я тут вымудряю непонятно что. Точнее, понятно что. Я тут отрезала большого одеяла. Одеяло 1,35 м. Отрезала кусок. И мне надо будет присоединить ко второму одеялу 1,35 м. Получается, что получился не большой пододеяльник, пододеяльник получился... Сколько? 2 метра. Вот, так что он был 1,35 м плюс 65 м, получается у меня 1,99 м, так скажем. Вот, так что тут мудрила, долго замеряла, вымеряла, переживала, лишь бы классно все получилось. Надеюсь, все будет нормально.
Очень красивый пододеяльник. Сейчас покажу, попробую. Или покажу потом. Ой, он с этими, с единорогом. Подружка попросила, потому что купила два маленьких одеяла. С такими рисунками не было на большой размер одеяла. И она купила два маленьких пододеяльника и попросила меня шить в один. Так что еще у нее огромный кусок останется. С одной стороны, видите, радуга, а с другой стороны, вот такой вот единорог. Вот, и так что еще у нее огромный кусок останется, можно будет ей еще шить две подушки даже. Так что работаю, продолжаю, долго-долго крутясь вокруг, все собираюсь, собираюсь, но вот как-то не могу решиться. Знаете, когда не мое, я переживаю страшно, как я сделаю, ему вдруг не понравится, вдруг будет плохо. Но вот сегодня все, взялась и делаю. Так что сегодня вечером закончу это дело, этот пододеяльник. Али, расскажи мне одну повесть. Да. Пожалуйста. Ну, вам, Мадутон. 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 Септембр и рука на резан. Воси лекран и лар пепа. Мадутон. А пур шампион, ле шампиньон, ле потиро. Новембр. А фуа, il met des gants aux doigts du vent et des enfants. Quant à décembre, il ne dit rien. Noël revient dans les sapins. Patrick Gruel, Joker. Bravo, maestra, умничка. Так, у нас будет запеканочка с картошечкой сладкой. Мой дотон. Очищаем картошку, нарезаем тонкими соломками, ну, кружочками. Нарезаем тонкими такими кружочками картошку. Нарезаем достаточно мелко, средненько так. Капусту, у меня здесь 3 листа капусты, и выкладываем картошку, просаливаем слой, посыпаем капустой. Его там персик. Ну, спал персик, оно смеется, говорит, тебя, говорит, петрушка твоя слишком крепкая, слишком большая. Петрушка. Петрушка. Так, и сверху опять выкладываем картошечку. Так, ну что, вот выложила я, получается, у меня раз, два, три слоя картошечки, капуста кале. Сейчас я буду готовить соус. Вообще, по рецепту нужно соевый крем. Соевого крема у меня не было, я взяла греческий йогурт. Так что будем пробовать с греческого йогурта делать соус. Так, ну что, выложили наш греческий йогурт. Йогурт, кстати, у меня где-то 300 грамм. Получается, потому что я взяла две коробочки йогурта, две баночки, в каждой баночке по 150 грамм. Что я положила еще? Чесночок свежий я выдавила на чеснокодавку, всякие разные специи на ваш вкус, мускатный орех, куркума, что там еще есть, всякие травки, приправки, соль, все, что хотите. По мне, так кажется, довольно-таки густоватый соус, так что я сейчас еще добавлю немножко молочка. Так, ну что, я добавила молоко, даже пришлось сменить миску, потому что миска была маленькая. Так что заливаем сейчас все это дело. Сверху можно посыпать сыром на ваше усмотрение и отправляем в духовочку. Я посыпала сыром, натерто на терке. Я накрываю пергаментной бумагой, так как я не использую алюминиевое бумагу, так скажем. И на 30 минут при 200 градусах. И потом убираем бумагу еще 15 минут при 180 градусах. Все, кто спрашивает, что можно сделать с капустой кале. Вот, пожалуйста, с капустой кале можно сделать, скажем так, соленый пирог, открытый соленый пирог. Что для этого делать? Я вот нарезала мелко капусту кале, нарезала лук один, так что сейчас обжариваем лук на масле оливковом или же на кокосовом, у кого что есть. Можно и на сливочном, на подсолнечном. Добавили капусту кале,
Добавили капусту калит после того, как лучок обжарился. Лук у нас хорошо так слегка обжарился. И теперь добавляем капусту кали и обжариваем тоже минут 20. Так, ну что, потушилось у нас. Потушили мы капусту кали с лучком немножко, минут 20, где-то так. Она немножко гораздо меньше стала, как и шпинат практически. Теперь нарезаем вот такую нарезку сырокопченую полосочками. Я возьму сколько? Ну, наверное, штучки 4 полосочки таких тоненьких. Так. Делаем смесь. Здесь у меня 3 яйца. Где-то на грамм 300 сметанки. Хорошо это дело смешиваем. Теперь добавляем нашу капусту кали. Так, добавили капусту кали. Хорошо перемешиваем. Добавляем специи и ветчину. Делаете тесто, любое пресное, либо же покупаете готовое. У меня готовое такое кругленькое тесто. Я его просто наколола вилочкой. Зачем наколола, не знаю. Свекровь всегда так делала, так и я делаю. И выкладываем наше тесто. Все, отправляем в духовочку. Духовка разогрета до 210 градусов. Отправляем в духовку на 40-45 минут. Ну вот, наш пирог готов. Вот такой вот вкусненький, аппетитненький. Всем приятного аппетита. Там злой Кощей над Златом чахнет. Дети, вы что делаете? Рассказывайте. И русские денежки у тебя есть? Да. Сколько у тебя русских денежек? Показывай. Сейчас покажет нам Алиса русские денежки. Это 5 рублей. Я не знаю, Рафаэль, что можно купить на 5 рублей? Потому что давно не была в России. Я не знаю, что почем сейчас. У дедули бабули спросим. Конечно, время уже поздно у них. Или давай, Рафаэль, давай спросим наших зрителей. Спроси, что можно купить на 5 рублей? Что можно? Спроси, подожди, спокойно. Спокойно спроси, что можно? Что можно? Купить на 5 рублей. Рублей. Что можно купить на 5 рублей? Что накупать? Что можно? Что можно? Купить. На? На. По-русски сколько? 5 рублей. Рублей. Репетом. Атом, хокомос. Что можно купить? Купить на 5 рублей. 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 Рафаэль спрашивает вопрос, задает вопрос, что можно купить на 5 рублей? А на 50 рублей? И на мелочь. Сколько у тебя тут? 1 рубль. И нет, это. А, это тоже 50 копеек. Не знаю, еще не ходят такие деньги в России или нет. Покажи, Алис, подожди. Прям аж самое интересное. Ходят эти денежки в России. 5 рублей, 1 рубль, 10 копеек, 50 копеек. Спасибо. Да, это 1 рубль. Да? Кто меня не знает, кто новенький? Я в России не была 10-30 лет, так что я не знаю, что, честно говоря, что, чего и как и почем. Ты проверяешь, фальшивые или не фальшивые? Показывай, показывай. Ну, я знаю, я знаю, я знаю. Показывай, что там, проверяешь. Да, церковь, это проверяет. Не фальшивые, ага. Не фальшивые ли деньги или нет. Молодец, правильно, чтобы не копировали. Так, теперь давайте убирайте денежки на место. Руки моем, и скоро за стол. Любопытные мои чада спрашивают, что можно купить на это? Не знаю, что на Рафаэле нашло, он сейчас прям это. Деньги, 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 я прям удивляюсь. Рафаэль, говорю, может, тебе деньги нужны, может, это купить хочешь? Нет, а зачем, говорю, ты деньги считаешь? Не знаю. И еще расстроился, потому что у Алисы больше денег оказалось, чем у него. Но ему объясняю, что Алиса не тратила деньги, она их экономила, их откладывала, а ты, говорю, тратил. Вот и все. Из-за этого... Так что он прям аж расстроился. Мужчина, мужчина, мужская кровь играет. Как вот так у женщины больше денег, чем у мужчины.
Я знаю, что в России время не переводят больше уже сколько лет. Куда 2-3, наверное, да? Ну, а во Франции все еще и переводят. Гады такие. Смотрите, у нас время. Время, смотрите, сколько. И уже время получается 6:15, 18:15, а на дворе уже ночь. Вот так вот. Закрываем ставни, раз ночь на дворе, чтобы в окошко к нам не заглядывали. Почему французы закрывают ставни? Да потому что, во-первых, экономят энергию, чтобы тепло не уходило, когда ставни закрыты. Ну и плюс к тому же, чтобы в окошко к ним никто не заглядывал. А так как у них штор, сейчас я закрою и расскажу дальше. Ой, в мокрое наступила балда. Опля. Так как во Франции штор таковых не нету, тем более уж ночных штор, как у нас в России, и, я думаю, в Украине, в Беларуси, везде, в других русскоговорящих странах принято. Во Франции это не принято. Так что из-за этого, если для, как это называется, господи, только что сказала, ставни. Детки у меня попросили, ну погоди, пока папа отдыхает, я им включаю здесь посмотреть. Ну погоди, дети, любите, ну погоди. Алло? Да. Да. Я обожаю, ну погоди. Пим, пим, пум. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. И у мамы крыша едет. Я, кстати, эту музыку слышу, сразу почему-то эту песню вспоминаю. Не знаю почему. Слушайте, забыла вам похвастаться-то, похвастаться нечем практически. Сказать, что мы сегодня же ребенку моему купили, да, купили новый костюм, у нее уже был, он сейчас выверну на лицевую, что я их постирала уже. У Алисы уже был вот такой, костюм для соревнований и для гимнастики, ну, на 8 лет, так, какой, новый или старый, на 8 лет, ребенок растет быстро, хотя, в принципе, могло бы еще и подойти, как бы я, ну, я побоялась таки, вернее, Тарова, давай покупай новый, так что купили новый костюмчик. Теперь ей уже на 10 лет. Так, дитё растет, а. В принципе, такой же, как и был у нее. Ну, на 10 лет. Кстати, я видела в Инстаграме, девочки показывают костюмчики такие, продают, перепродают. Мама. Казачок. Давай, Алис, танцуй, казачок. Алис. Казачок. Танцуй. Вот, и чему я? Вот, блин, забыла, дети перебили. Да, к тому, что да, костюмчики. Костюмчики я видела в Инстаграме, девочки продают до занятий. И посчитала там, по-моему, 150 евро костюм выходит. Говорю, обалдеть, какие цены там в России-то, с ума сойти. Ой, не видно меня. Во, сфокусировался. А у нас, знаете, сколько такой костюмчик стоит? Всего-навсего 35 евро. Всего-навсего. Вот так. А в России 150. Ну, это ж вообще с ума сойти. Даны мы не плотники. Так, ну вот, смотрите, в разрезанном виде получился у нас вот такой вот пирожок, пирог, открытый пирог с капустой карри. И еще у нас вот такая запеканочка получилась, аппетитненькая. Будем пробовать, вкусненькая или нет. А лапульки-красотульки кушают свеколку. М? Обожают свеклу. Рафик уже умел свеклу. И знаете, что самое интересное? Они в школе свеклу не едят совершенно. И знаете почему? Потому что там не нарезаны квадратики. Хотя точно такая же свекла отварная. Все, детей спать уложила, мужа проводила.
Сейчас беру, да, раскладываю. Зима наступила, белья стало еще больше. Это что-то с чем-то, товарищи. Летом было много, а зимой еще больше. Ну, что ж поделать, если кофточки и, как их, и колготочки, слишком много добавилось больше белья, чем летом. Вот, ну и плюс к тому же, естественно, приходится сушить в сушильной машине, потому что на улице нереально сушить белье, дождь, вроде как нет дождя, начинаешь бежать, как раз повешу белье, и бац, опять пошел дождь, снимаю белье. Так что я теперь не мучаюсь, если вижу, что так пасмурно, значит все в сушильной машинке. Вот, так что, вот такие вот дела, мои хорошие. Такой денечек, такая среда. Самое обычное, самое скучное. Зато очень много рецептов. Все, мои хорошие, всех целую, всех обнимаю. Продолжаю работать и укладываться спать. И всем пока-пока.